Давайте поговорим про воронежский факел, который летит в ФНЛ. Да, ФНЛ летит. В начале сезона они очень хорошо начинали, в первых там 3-5 матчах, да. А сейчас они летят в ФНЛ. Там и в Химках новый тренер Талалаев, да, в Торпедо там может тоже то, что вытащить. Но сейчас от зоны прямого вылета факел отделяет одно очко. Вот. И мы все понимаем, что у факела нет игры. И с нынешним тренером факел улетит в ФНЛ напрямую. Вот. И это очень обидно, потому что это Воронеж, это футбольный город, да, и там действительно люди ходят на футбол. Это очень футбольный город. Как и Питер, очень футбольный город. Да. И очень хотелось бы, конечно же, Воронеж сохранить в премьер-лиге. Поубирать все эти Химки, Торпеды там, и все это дно московское. Вот. И многие-многие другие команды. А футбольные города надо отставить. Действительно отставить. Поэтому очень хочется, чтобы Воронеж остался. Но с нынешним состоянием дел Воронеж абсолютно точно окажется ФНЛ. 100%. Вот. Все это началось после смены главного тренера. Там что-то несколько неудачных было игру у Воронежа, и сменили главного тренера, поставили его ассистента Пятибратова. Кто это такой, я не знаю, ребят. Я посмотрел, где он вообще тренировал. Это он впервые стал главным тренером именно в Воронеже. Был старшим тренером, был помощником, по-моему, где он там был? Опять же, в Воронеже и в Мордовии. Каким-то старшим тренером был, но нигде он не руководил командой. Не то, что там ПФЛ и ФНЛ. Даже такими командами не руководил. Тут его ставят главным тренером факела. Зачем? Ну, возьмите другого тренера. Нормального тренера. Чего вы этого берете днище? Вот. И сейчас мне абсолютно понятно, что с нынешним тренером, этим Пятибратовым, да, факел абсолютно точно окажется ФНЛ. То есть это абсолютно точно уже, и никаких сомнений в этом нет. Потому что никакой игры у факела нет. Летит всем подряд, и абсолютно точно он будет там. Без вариантов. То есть напрямую он вылетит. И если сейчас тренера этого не убрать, нахер, вообще уберите его оттуда, то факел будет ФНЛ. Железно. Это видно. То есть ни игры нет, ничего он создать не может, никак он преобразить команду не может. И с каждым туром факел выглядит все хуже и хуже. Все хуже и хуже. На мой взгляд, надо команду спасать. Срочным образом надо менять тренера. И брать тренера-психолога-мотиватора. Ну, типа Божевича. То есть сейчас не надо никакую игру строить, факел. Сейчас надо просто вытаскивать матч. Просто вытаскивать матчи на психологии, на желание и тому подобное. Надо брать тренера-психолога. Хоть на какой-то период, хотя бы на 2-3 месяца. Просто возьмите тренера-психолога, который просто мотивирует игроков. Такие тренеры есть. Ну, я вчера говорю, это тот же Божевич, да? Я просто не знаю, где он сейчас, но тренера надо менять. Менять все срочно. Вот просто вот сегодня просто брать и с этим тренером факел будет ФНЛ из железобетона. Вот. Потому что вариантов тут нет. Пятибратов просто точно убирать надо. Вот, точно. Вот. Потому что там, даже если напрямую факел не вылетит, там будут стыки. Стыки, скорее всего, с сильными командами из ФНЛ будут. И там они, факел точно сгорит. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень хочется факел сохранить в премьер-лиге, да, но тренер надо менять срочно. Если сейчас не поменяете тренера, да, вы будете ФНЛ. Всем пока.